У господарках в области приступили и до массовой уборки городнины. Каб убрать урожай своей шасовой, аграриям на палетках допомагают студенты и навученцы. Дарыши, по некоторых позициях у Могилевском районе площадь под огороднину повялишили. Працы зашмат наша здымочная группа побывала на морковном поле фирмы «Кадзіна», где теперь шируют с 200 молодых людей. В этом году у нас очень хорошая морковь. Прям самим нравится, глаз радуется. Думаем, что все будут покупать. Морква гатунка у маэстра и редкорет у Кадзіна сёлета выросла на 30 гектарах. Урожайность 350 центнеров. На ее уборку отведено всего 2 тыдні. На уборце цибули, капусты, бураков працует техника. А вось моркву покуль сбирают вручную. Я надеюсь, что в следующем году мы задействуем комбайн, морковно-уборочный комбайн. И станет все механизировано у нас в хозяйстве. Пока только морковь мы убираем вручную. Нелегкий труд оплачивается? Оплачивается. Так вот детки у нас делают норму и получают за это 5 рублей. 5 рублей. В день? В день. У засеки у фирмы «Кадзіна» планируют закласть 800 тонн морквы. На уборце задействуют сельско-господарчие отряды 5 лицеев, архитектурно-будовничего колледжа Белорусско-Российского университета. Теперь же городину сбирает другой курс технологичного и химико-технологичного факультета университета харчевания. Шпарка и с энтузиазмом. Сплоченный коллектив у нас. Мальчики работают, помогают нам, выносят, а мы пашем. Так, сколько ведер уже собрали? Много. Вчера мы 2 тонны 100 килограмм собрали. Как морковь? Вкусная. Сладкая? Да. Сколько ты уже ведер перенес? Я не считаю. Тяжело? Нет, не особо. Не первый раз, скажем так, на поле, так что несложно. С девчатами общаешься постоянно. Разве это не романтика? Работа на палетках организована не у шкоду в учебному процессу. У Могилевском державном университете харчевания каля сотни человек что дня выезжают на поли. Так как это работа студенческих отрядов, то в этом году ребята высвобождаются, ну вообще не в этом году, а вообще высвобождаются от подоходного налога, но и кроме этого они еще не платят ФСЗН. Предприятие делит пополам, и часть остается предприятия, а часть возвращается в БРСМ. То есть, получается, деньги, которые остаются предприятию, они готовы нам на эту сумму предоставить нашему университету продукцию. Студенты будут шчыраваць на морковном поле еще тыдень. Далей на уборку заступают навученцы колледжу и лицею. Для больш хуткой уборки у Кадзіна организуют 2 змены для сбора урожаю. Да, и после обеду. Кристина Кранкевич, Дзяніс Бутылін, Навіны Регіён.